ищите низкие цены на рекламу, они здесь. ТВ и радио на Патриаршей. Наши цены не растут. Заказ рекламы по телефону 42 28 28. Легкоатлетка Людмила Лебедева стала серебряным призером зимнего чемпионата России. Лариса Малышкина вновь стала чемпионкой России. В Йошкар-Оле в субботу пройдет турнир по смешанным единоборствам Red City Fights. Все подробности в спортивном обозрении телеканала «Регион 12». Легкоатлетка Людмила Лебедева стала второй на зимнем чемпионате России. В московском манеже ЦСКА наша спортсменка финишировала второй в беге на 5000 метров. Бегунья из Мариэл показала результат 15 минут 49,99 секунды, уступив победительнице 2,9 секунды. Напомню, что ранее воспитанница тренера Станислава Черепанова показала 7-е место в беге на 3000 метров. Добавлю, что результат Людмилы Лебедевой, а также Айвики Малановой, ставшей 6-й на дистанции 800 метров, и Николая Иванова, который занял 39-ю позицию на этой же дистанции среди мужчин, позволили сборной Мариэл занять второе место общекомандного зачета чемпионата России среди регионов второй лиги. Спортсменка из Мариэл вновь стала лучшей в стране. Йошкар-Олинская силачка Лариса Малышкина стала победительницей в троеборье среди слепых и слабовидящих спортсменов. На завершившемся в Тульской области чемпионате страны по пауэрлифтингу подопечная тренера Владимира Спириденко подняла в сумме вес 212,5 килограммов. Это 6-е золото Малышкиной на всероссийских соревнованиях. По результатам чемпионата России будет составлена сборная страны для участия во Всемирных играх по пауэрлифтингу, который пройдет в Сеуле в мае этого года. Борец из Мариэл Муса Галямов подтвердил звание мастера спорта России. Наш спортсмен занял первое место на всероссийском турнире по борьбе на поясах в Татарстане. Подопечный тренера Ильдуса Гарипова первенствовал в весовой категории до 100 килограммов, выступая среди атлетов вольного стиля этого вида единоборств. Галямов выиграл 4 поединка и, заняв первое место, подтвердил звание мастера спорта России, которое он получил 3 года назад на этом же турнире. Добавлю, что сейчас наши спортсмены начали подготовку к чемпионату России, который пройдет в декабре этого года в Йошкар-Оле. Красный город готовится к битве. 27-28 февраля в спорткомплексе «Юбилейный» пройдет второй чемпионат республики по смешанному боевому единоборству ММА. Финальные бои состоятся в рамках нового проекта Федерации по виду спорта Red City Fights. Его задача, по словам организаторов, дать возможность спортсменам вырасти и выйти на профессиональный уровень. В рамках турнира пройдут финалы чемпионата, а также 3 профессиональных поединка по правилам ММА. Кроме того, зрителей ждет большая развлекательная программа. Увеличьте ваши продажи, обеспечьте рост ваших доходов, привлеките внимание к вашему бизнесу. Мы знаем, как это сделать. Реклама на радио и телевидении, ТВ и радио на Патриаршей. Реклама прозвучит именно тогда, когда это необходимо. Каждая рекламная кампания разрабатывается индивидуально, и мы гарантируем эффективность рекламы. ТВ и радио на Патриаршей снижает цены на производство и размещение рекламы. Убедитесь лично. 42-28-28. Реклама на радио и телевидении. 42-28-28.